счете, я вас понял. Что с ребенком? Да еще батя. Ребенок Рапопути! Можно, можно вас подойти? Да, подойти. Нормально, Саня. Вы так услышали дыхание? Нет. Пульс. Видно? Пульс и цукни. Расповідаємо про те, щоб я почув. Я закриваю ребята, щоб не видели окружающих. Все. Время смерти 14:35. Сейчас палочку он тебе там оставил. Хорошо. Один раз. Я не закручу. Да расскажите-ка про час. Сказал? Что случилось? Что вас беспокоит? Который час? 14:42. Хорошо, не пиши. Кровотечение остановлено? Да. Пульсация? Нет. Нет, это пульсация. Привет. Надо руку. Руку завести. Ребенка, боже, какой кошмар. Он же такой маленький, как мое. Решайте, я... Можете психолога можете позвонить? Пожалуйста. Да. Что? Сделаем, говорите. Можно я... Надо срочно выйти из машины. Слышно? 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 Я хочу выйти. Мне плохо, я хочу выйти. Выпишите из машины. Не на шею. Так, сюда. Капиллярный пульс. 3-4 секунды. Если там внутривенный доступ, таз чупал, было, да. Если мне настроено, если настроено, обезболивание, надо. Собственно, где зрители? Нет. Никого нету. Нет. Никто не может помочь. Обезболивание. Хорошо, морщина. Миллиграмм. Морщина. Говорим, что там делаем. Прикрываем. Врубите к полиции. Держите, пожалуйста. И обрабатываем сверху положительным зеркалом. Я не понимаю. Да. Я хочу выйти из машины вообще. Есть 10 миллиграмм. 10 миллиграмм. Плюс. Открывать? Нет. Плюс кристалл. Тресоль. Инфузия тресоли. Добавляем его физраствором. В 1 литр. 1 литр инфузии. Налбуфин пошел. Отлично. Давление. Инфузия продолжается. 40. 0. Вторую, пожалуйста, вену поставьте. Вторую вену. Готовлю вторую вену. Вторую вену. То же самое. Катетер. Номер 16. Я сейчас уже просто без жута манжеты. В вене? Да. Заражаем? Кто хочет узнать, глаза? 5-1. Нет, заражаем?
Заряжаем. Да. Инфузия, инфузия литр. С глазами мы смотрим, нет ли у нас расширения зрачков. Нет. Нет. Голова. Перчатки чистые. Чистые. Инфузия вторая. Пошла. Делаю. Делаю повторный смотр. Дыхание. Чем мне вообще теперь жить? Мне как-то... То же самое, 28. Как? Симметрично. Тоже полицейский, потом это еще одно у нас. Визикулярно? Да. Визикулярно? Да. Визикулярно? Да. Доктор, здесь на ноге какие-то рисунки. Лично. Надо проверить, может, есть какие-нибудь следы от наркотиков? Нету, это мама. Мама? Мама. Пульс. Не будем задавать второй вопрос. Капиллярный пульс. Я не поняла. Капиллярный пульс, товарищ судья. Решайте, я... Можете психолога, пожалуйста. Что? Делай. Коробку, да. Михаил, не залышу. Сейчас, еще на. Одну выше. Водитель, ты машину закрывал? Полиция, открой, пожалуйста. Полиция искала столбик. Не будет? О, Кто водит машину? Руслан, я. Я вижу, идите ампулу покажите. Так, вот он. Хорошо. Так, Руслан, напиши одну косточку. Так, при контроле пульса провожу морщин вели, мышцы расслаблены, провожу вытяжение. Поломанной ноги. Руслан, перемири давление еще раз. Морфин вожу. Вытянулось. Есть морфин. Появилась. Пульсация сохранена. Пульсация отсутствует. Пульсация отсутствует. Вытягивай дальше. Пульсация появилась. Пульсация. Давление. Нога холодная? Давление. На фоне инфузии. Да, 70 на 20. Нога холодная стоит? Да. Хорошо. Ну, похоже, Дита, одевать или можно... Руслан Эдуардович, закончите фиксацию шины, я проведу вторичный осмотр, и грузим ее на... Давай, 2 минуты осталось. Уже меньше. Установил второй венозный доступ. Что ставит? Валютан. Валютан, объем, скорость? 500, насколько позволяют. Проходимость лимфона. Все равно будет лежать там внизу, да? Или вы отдали? Я отдал, все вот держи. Что мне делать? Быстренько. Взглянем ее. Еще раз. Количество дыхания 10 секунд. Раз, два, три, четыре, пять, шесть.